Я то раз тогда что руку не попала, не спугала, видела? Ты держала? Ну, давай два раза. Я там все проанализировала. Надо собраться. Я не знаю, как ходить. Не помню, что лошади. Thank you.
Макса. Да? Ну да, ну а три-то как раз пришло. А ты сам же это пошла? Я просто сам эту ерунду не делала. Типа со мной как кто-то входит, не знаю, просто сыграл, как со всеми. Ну и тут обязательно хоть с этим. Да, это с этим, с этим. Я не должен шахтовать. Наверное. И если что, на кого там шахтовать, что проблема. Да. Посмотри, они там болели, да. Рокировку надо, наверное, сначала сделать, а потом... Для белых еще 5 метров. Для белых 5 метров. Хорошо. Я смотрю, это позиция. Разрабатываю, знаете, да? Да, эти позиции, да. И 5 метров. Хорошо. 4, вместо 4. Нет, вместо 4. Я эти позиции знаю. Я их только недавно смотрел. Ну, сомба один. Да. Да, просто игра с висящими. Словами зевать, да? Да, игра с висящими перцами, игра с изолятором. Так что если перцы 7, конь c6, конь c6, то черный явно, хотя e5, если e5 дать, то ничего хорошего не будет делать.